Что здесь три карты. Нет? Давайте посмотрим, какие три карты здесь. Очень внимательно. Здесь джокер, шестерка и джокер. Надо внимательно следить за шестеркой.
Верно. Перебираем Джокера, поставим в середину и закроем. Делаем волшебный щелчок. Посмотрим, что произошло здесь. Здесь у нас Джокер, четвертый Джокер. Делаем волшебный щелчок, Джокер перевернется. Наверное, все подумали, что карта двусторонняя. Да, да, да. Здесь как будто была бы четвертая карта. Да. То есть здесь также все три карты. Давайте посмотрим, что происходит, когда волшебный щелчок Джокер, четвертый Джокер. Волшебный щелчок. Джокер, Джокер, Джокер. Последний фокус. Смотрите, у меня есть некий ритуал. Когда я выхожу из дома, я беру эту колоду, открываю веером и переворачиваю одну карту в этой колоде. Скажите, пожалуйста, какую карту я сегодня перевернул в этой колоде? Шестерку крестьев. Смотрите. Шесть крестьев. Давайте посмотрим. Вся колода, кроме одной карты. Смотрите, какой. Все, здесь я перевел. Спасибо за внимание. Возьмем семерку губи. Немножко выберем. Поставим в середину колоды. Семерка наверху. Мне часто говорят, что у меня две семерки, поэтому я возьму семерку и немножко спасу. Семерка меняется на шестерку. Внимательно следите. Я возьму шестерку, немножко выгоню, положу в середину, в этот раз позволю. Задите сюда. Выбирайте за шестерку. Показать тоже? Да, да, запомнил. Все? Все. Ладно, у меня есть колода? Хорошо. Я тут засуну колоду тщательно. Надеем колоду на две части, одну часть положу на стол. Кстати, посмотрим. Я считаю, что ваша карта сильнее пяти карт. Раз, два, три. Давайте посмотрим, есть ли ваша карта. Ну и подсказка. Хорошо? 6 ваша карта. Хорошо, я сказал, что не больше. Смотрите внимательно, здесь раз, два, три, четыре, пять карт. Я считаю, что эта карта ваша. Я возьму и положу на стол. Эта карта не ваша, а ваша. Я прав? Эта карта не ваша. Я сделал вашу карту немножко невидимой, подкинул по ней, переверну тщательно и вот отсюда закину прям в середину колоды. Смотрите внимательно. Ваша карта? Нет. Это только начало. Секрет не Почему не честно? Прошу еще раз, поставьте на место пальцы. Хорошо. Запомнил эту карту. Тщательно, я сделаю два шашка. Здесь тройка крестьев, здесь восемь крестьев. Я возьму восьмерку крестьев, запитаю карту. Щелчок, восемь крестьев опять. Наверху. Смотрите, выкидаю карту. Где-то восьмерку в середине. Назовите, пожалуйста, любое число от 1 до 15. 4. 4. Не хотите поменять свое решение? Нет. Хорошо, смотрите. Раз, два, три, четыре. Заметьте, если бы вы сказали 5, либо 3, то другая карта. Вы сказали 4. Посмотрите, вся колода разная. Классная колода. Смотрите, я возьму восьмерку, положу наверх колоду, сделаю
движение. Я открою небольшую ленту. Попрошу расписаться. Я попросил вас расписаться для того, чтобы убедиться, что такой колоды, такой карты в колоде больше нет. Я согнул тщательно. Все, Том. Прошу вас обязательно. Я знала, что не пригодятся. Я же распишусь через таким образом. Поставлю вот карту себе. Наша задача подумать, то, что мы касаемся карты, мы не можем. Касаемся картами или не подумать просто. Это ваша карта. А это моя. Я сейчас побью. За что? Спасибо. Короче, смотри, возьмем валета губного, поставим в колоду, шелчок, валет наверху. Возьмем валета губного, немножко выдвинем, да, поставим в середину. В этот раз позволь, задвинь сама, сама задвинь. Девушка. Чё? Отлично. Угу. Положил в конец колоду. Потом тщательно. Я считаю, что эта карта твоя. Нет? Понял. Наверное, эта карта твоя. Нет? Может это? Ладно, можешь пойти найти карту? Я вот так буду листать, положу любой месте палец. Просто положить? Да. Отлично, ты нашла вашу карту. Нет. Нет? Нет. Значит это. Нет. 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 Какая у вас карта была? Скажите, пожалуйста. Сказать? Да. Тройка, три буби. Три буби? Да. Она? Прошу выбрать вас. Карту. Она как смертный приговор. Да. И вам еще одну карту. Угу. Запомните две карты? Нет. Все? Да. Хорошо. Положите одну карту в середину. Отлично. Подождите. Положите вторую карту. Хорошо. Я пока перетасовывал карты. Вот. Я умудрился взять вашу карту и закинуть в боковой карман. Это ваша карта? Да. Хорошо. Но мне еще надо найти вашу карту. Я возьму колоду, немножко поправлю и ударю по колоде. Колода исчезнет и останется. Да. Да. Есть, здорово. Колода исчезла, надо взять новую. Карту. Угу. Поставим в колоду.
очень внимательно следите за колодой и постарайтесь не показывать, чтобы увидеть свою карту. Это не ваша карта. Это тоже не ваша карта. Эта карта похожа на вашу, но не она. Вот ваша карта. Я уверен, что эта карта ваша. Переворачивай. Я это все уберу в коробку. Смотрите, у меня есть три карты. Надо следить внимательно за тузом. Двойка, тройка, туз. Я буду отвлекать вас всяким, я не знаю, жестким, шелчком. Вот. А вы попробуйте следить за тузом. Да. Тройку я положу сюда, туза положу сюда. Здесь какая карта? Туз, туз. Нет, здесь тройка. Туз находится здесь. Очень внимательно следите. Я возьму тройку, положу под коробку. То есть двойка и туз. Я их поменяю местами. Где туз? Вот здесь? Нет. Нет, здесь двойка, здесь тройка. Это где-то в коробке. Берем эти три карты, достанем эти. Я специально даже вот так подброшу, что здесь три карты, убедиться в этом. Вот. Давайте посмотрим, какие здесь три карты. Здесь джокер, шестерка, джокер. Надо внимательно следить за шестеркой. Волшебный шелчок. Какая карта в середине? В серединке шестерка. Нет, здесь джокер. Джокера перевернем, поставим в середину, закроем. Сделаем волшебный шелчок. Посмотрим, что произошло. Здесь джокер, шестерка, джокер. Так они, может, закрываются, может, да, они двойные. Смотрите, шелчок, джокер, перевернулся. Скорее всего, точно убедились, что здесь двойная карта, да? Нет, здесь двойная карта. Давайте, давайте посмотрим, что происходит, когда в руках джокер, шестерка, джокер. Когда делаю волшебный шелчок, у нас становится джокер, джокер, джокер. Смотрите, у меня здесь колода карт. Да, у меня их много. Но эта карта, колода, она волшебная. Когда я выхожу из дома, я переворачиваю в этой колоде одну карту. Не могли бы сказать, какую карту я сегодня перевернул в этой колоде? Любую называй просто. Да, мы без разницы, да? Да, без разницы, зовите. На вашем кресте. Тройка в кресте. Смотрите. Колода карт. Тройка в кресте, да? Давайте посмотрим. Я покажу, что колода карт, вся она, то есть нормальная, единственная одна карта перевернута, какая? Да я не удивлюсь. Не удивишься? Не удивлюсь. Если расскажешь, как? Чудеса, это же волшебная колода. Да, это волшебная колода с предсказаниями. Прошу здесь маркер. Вот, выбрать какую-нибудь карту и расписаться на лицевой части этой карты. Так, запомнили? Положите вот туда из колоды. Хорошо. Я попробую найти вашу карту под столом. Это немножко сложно, но я все-таки попробую это сделать. Так, что-то похоже. Нет, нельзя такое делать. Я считаю, что ваша карта находится вот в этой стопке. Это ваша карта? Нет? Это ваша карта? Нет? Нет? Секунду. А вот это ваша карта? Вот про это могу тебе рассказать. Я вот так буду листать в любом месте. Поставьте, пожалуйста, палец. Давайте посмотрим, какая это карта. Это семерка крестья. Я возьму семерку крестья и брошу его на стол. Поставьте в любом месте палец. Хорошо. Запомните вот эту карту. Два шелчка, первый здесь, второй там. Здесь семерка, здесь же восьмерка. Очень внимательно следите. Восьмерка здесь. Я возьму, закидаю картами. Шелчок. Восьмерка опять здесь. А посмотрите, вся колода разная? Да.
Да. Я возьму восьмерку и закидаю карту. Назовите любое число от 1 до 15. 9. 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Заметьте, сказали бы 10, была бы другая карта. Сказали бы... Алена, у тебя есть логические способности. Смотрите, я возьму восьмерку и закидаю картами, щелчок, восьмерка опять здесь. Все карты разные? Да. Да? Угу. Смотрите, я возьму восьмерку, положу в колоду, некий щелчок и открою ленту такую небольшую. Здесь вся колода восьмерка. Спасибо. Нельзя посмотреть. Полезать их еще. Спасибо большое, очень здорово. Так, я вообще уберу. Все будут участвовать в чтении мысли? Да. Хорошо. Конечно. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре человека, пять бумаг. Так, это уберем. Вытяни. Представьтесь. Таисия. Айгуль. Сокращенно. Вот. А в общем, Таисия, начнем с тебя. А, представь, что ты находишься в Париже. Представила? Вот. Ты находишься рядом с какого-то ресторана. Да. А вот название этого ресторана никто не знает. Вот подумай. Хорошо? Правильный ответ, я уже знаю и положу его под стакан. Чтобы не было разногласий, назови, пожалуйста, правильный ответ. Променад. Отлично. Айгуль, представь, что у тебя есть необитаемый остров. Легко. Вот. Легко, да? Вот. А название этого необитаемого острова или... Давай не название, а что бы ты построил на этом необитаемом острове? Там, завод какой-нибудь, я не знаю, сам вот придумал. Можешь просто частный дом построить, там, и улицу. Ну, в общем, вот любое, что... это от меня как бы зависит. Да, от тебя будет зависеть. Я считаю, что это правильный ответ. Положу это. Назови, пожалуйста, правильный ответ. Фотоателье. Даже сама умудрилась. Конечно. Где еще построить фотоателье? На Капитаку. А там лица заведутся греют. Хорошо. Ален, тебе задача более сложная. Тебе надо будет исполнить свою,
свою первую любовь. Как его звали, помнишь? Прошел день. Давай. Вспомнила, да? Хорошо, подумай его имя. Произноси имя. Я думаю, что это правильный ответ. Я положу его. Назови, пожалуйста, правильный ответ. Антон. Антон. Хорошо. Саша, а можешь включить суплятор? Хорошо. А, смотри. Твоя задача ввести любое двузначное число. Но это мне не показывано. Умножить на любое трехзначное число. И умножить на год своего рождения. Даже не равно. Произноси по уме или по числу. Хорошо. Я этот ответ тоже положу. Вот. Назови, пожалуйста, числа, которые скажешь. 4. 4. 5, 7, 5. 5, 7, 5. 8, 9, 9. 8, 9, 9. Хорошо, попрошу проверить. Да я был хоть бы. Алена, Антон, да. Саша. А как это мне? Таисия. Ну круто. Мы в шоке. Значит, ты все остальное, чем мы до этого думали, тоже прочитал, да? Ничего плохого, по мне там не было. Смотри, я покажу, что у меня колода карта, она полностью разная. Угу. Вот. Какая тебе карта больше нравится? Вот эта. Король пик. Хорошо, я его выдвину из колоды. И буду показывать совсем обычные вещи с обычной карты короля. Немножко короля выдвину, положу в середину колоды. Щелчок, король наверху. Мне часто говорят, что у меня два короля, поэтому возьму короля пикового и немножко плюсу. Король превратится пикового лифта. Вот. Все то же самое буду делать с пиковым лифтом, немножко выдвину, положу ее в середину колоды. В этот раз позволю задвину сам. Сам. Это, смотри. Спасибо. Подними. А, пиковый валет. Покажи. Ты не показывай. Положи его на середину колоды. Хорошо. Отследи за колодой, но не подсказывай. Эта карта не твоя. Эта карта тоже не твоя. Не подсказывай. Даже если вдруг ошибусь. Эта карта похожа на твою, но она не твоя. Вот твоя карта. Нет. Нет? Смотри, пожалуйста. А можно да, посмотреть? Конечно. Перевернуть все карты и посмотреть, что здесь нету. Да ты посмотрел, куда она вот. Попрошу тебя пока подержать ладони таким образом. Чуть пониже. Смотри, у меня есть двойка буби. Я положу двойку буби тебе в ладонь. Отлично. Какая у тебя карта в руках? Двойка буби. Хорошо, переверни, посмотрим. Отлично, переверни обратно. Здесь у меня семерка черви. Давай мы с тобой поменяемся. Твоя задача очень внимательно следить за двойкой. То есть, внимательно следи.
поменяешь и поменяешь еще раз. Не глядя, можешь сказать, где бубновая карта, где червовая? Сверху бубновая. Так, а ты удивишься, если они местами поменяются? Ну, удивлюсь. Ладно, давай шелчок. Смотри, вытащим из колоды 4 туза. Надо запомнить их по массе. Сможешь, да, запомнить? Запомнить. Ты в каком порядке уже? Не-не, просто запомнить по массе. Ну, какие массе? Я знаю массе. Да, хорошо знаешь, да? Смотри, перетасуем их тщательнее. То есть. Вот, возьмем одного туза, поставим на стол, попрошу, закрой второй рукой сверху. Держи крепко. Назови все 4 массе тузов, которые ты знаешь. Так, крести, буби, пики, черви. Черви. Отлично. Один туз у тебя под рукой и 3 у меня. Давай посмотрим, какие туза у меня в руках. Туз крестовый, бубновый и пиковый. Червовый у тебя, так? Смотри. 1, 2, 3. Туз крести, туз пики, туз буби. Я втираю тебе ладонь, забираю за червового. Какой туз у тебя под рукой? Бубновый получается. Переворачивай. Да. Да. Есть. 3 карты. Надо следить внимательно за тузом. Можешь потрогать, что здесь 3 карты, не более. Три. Надо следить за тузом очень внимательно, я буду отвлекать вас. Вот. Тройку положу сюда, туза положу сюда. Здесь какая карта? Туз. Нет, здесь тройка, туз находится здесь. Очень внимательно следи, давай я облегчу тебе задачу. Я возьму тройку, положу под колоду. Вот. Туз и двойка, и буду их местами только менять вот так. Хорошо. Где туз? Нет, здесь двойка, здесь тройка, туз же здесь. Хорошо. Давай уберем эти 3 карты, достанем вот эти. Смотри, я здесь даже вот так на стол кину, чтобы убедились, что здесь 3 карты. Вот. Давай посмотрим, какие же 3 карты здесь. Очень внимательно. Здесь джокер, шестерка, джокер. Надо внимательно следить, где находится шестерка. Сейчас, где находится шестерка? В середине. Хорошо. Где находится шестерка? В середине. Нет, здесь джокер. Смотри, перевернем джокер, поставим в середину и закроем. Сделаем волшебный щелчок и откроем. Смотри, джокер, шестерка, джокер. Щелчок, джокер перевернется. Наверное, все подумали, что карта двухсторонняя, да? Нет, это не так. Смотри, то есть у меня в руках находится джокер, шестерка, джокер, волшебный щелчок. У меня джокер, джокер, джокер. Смотрите, у меня в руках 3 карты, надо следить внимательно за тузом. Ага. Вот. Очень внимательно следить, я буду отвлекать шишками, всякими действиями. А вы попробуйте уследить. Смотрите, тройку я положу сюда, туза положу сюда. Здесь какая карта? Туз. Нет, здесь тройка. Я же предупреждал, что я буду отвлекать вас. Давайте сделаем, облегчим вашу задачу. Возьму тройку, положу вообще. Вот на таком расстоянии. Тройка и туз. И я только их буду местами. Где туз? Нет, здесь тройка, здесь двойка. Туз же находится здесь. Смотрите, я уберу 3 карты, достану упаковку карт. Вот. У меня есть некий ритуал. Когда я выхожу из дома, я беру эту колоду карт и переворачиваю здесь одну карту. Скажи, пожалуйста, какую карту я сегодня перевернул в этой колоде? Наверное, какой? Можете поменять. Можете назвать абсолютно любую карту. Пятерка-трефт. Пиковая пятерка, да, получается? Крест. Трефт – это крест. Хорошо. Давайте посмотрим. Я покажу, что вся колода, она в обычном состоянии, кроме одной карты. Пятерка-трефт. Вот хорошая интуиция. Перевернем все это, что делал колоду, обратно. И возьмем другую колоду так. Я попрошу в одном месте поставить колоду, палец. Хорошо? Отлично. Давайте запомним, на какой карте вы остановились. Это пятерка пик. Возьму пятерку пик, положу на стол. Поставьте в любом месте палец. Хорошо. Запомнил? Я сделаю 2 шишка. Первый здесь, второй там. Здесь находится пятерка, здесь же восьмерка. Хотел бы посмотреть, показать точнее. Вся колода разномастная? Да, вполне. Ну смотрите, что происходит, когда восьмерка попадает в колоду.
если сделать волшебный шажок и некое движение, то вся восьмерка, вся колода превратится в восьмерок. Спасибо за внимание. Очень. Удачи. Спасибо. Не закидывайте вопросами потом, хорошо? Я покажу, что обычная колода карт, и попрошу выбрать любую карту. Я тебе могу показать? Так. Нет, мне не показывать, я отвернусь. Хорошо. Задвиньте куда-нибудь в колоду. Колоду задвиньте. Хорошо. Ваша задача очень внимательно следить за... Колоду? Хорошо. Но не подсказывайте мне, хорошо? Эта карта не ваша. Эта карта тоже не ваша. Эта карта похожа на вашу, но она не ваша. Вот ваша карта. Видимо, мастер была похожа. Я прав? Вернись, пожалуйста. Опа. Смотрите. Да нету. Точно, смотрите. Прикольно. Хорошо. На самом деле, крестовая дама, она не совсем обычная карта. Если взять крестовую даму, немножко крести, она поменяется на семерку. Да и семерка, в принципе, необычная карта. Если я семерку немножко выдвинуть, положить в середину колоды, щелчок, она все равно окажется наверху. Но если взять семерку, также выдвинуть, попросить вас задвинуть в середину, задвиньте сами. Прошу вас в любом месте сказать стоп. Стоп. Отлично. Возьмите карту. Запомните, положите в любое место. Отлично. Вы умеете скрывать свои эмоции? Да. Попробуйте скрыть, какая у вас карта, не подсказывая. Просто покер фейс. Это цифра или картинка? Это картинка. Эта картинка больше 5 или меньше 5? Это больше 5. Картинка четная, точнее, цифра четная или нечетная? Нечетная карта, это 7-9. Это девятка. Давайте посмотрим, какой масти. Красная либо черная. Это красная масть, либо бубен, либо черви. Бубновая девятка. У вас отлично получается скрыть эмоции. Смотрите, колода карт, в котором одна карта перевернута. Как, давайте расскажу, как эта карта перевернулась. Когда я выхожу из дома, я переворачиваю одну карту в этой колоде. Какую карту я сегодня перевернул в этой колоде? Задайте, пожалуйста. Король черри. Хорошо. Смотрите. Я покажу, что вся колода нормальная. Да? Кроме одной карты. Там еще одна перевернута. Хорошо. Я две переверну. Попрошу в любом месте поставить палец. Хорошо. Давайте посмотрим, какая это карта. Это тройка крестик. Я возьму тройку крестик, положу на стол. Поставь, пожалуйста, в любом месте палец. Хорошо. Запомню эту карту. Хорошо. Я сделаю два шажка. Раз, два. Здесь находится тройка крестик, здесь восьмерка. Очень внимательно следите за восьмеркой. Смотрите, я закидаю восьмерку картами. Щелчок. Восьмерка наверху. Уберу восьмерку, покажу, что все карты разные. Положу его куда-нибудь в колоду и закидаю карты. Назовите, пожалуйста, любое число от 1 до 15. 4. Вы уверены, хотите поменять решение? Хорошо. Раз, два, три, четыре. Это 8 крестик. Если бы сказали бы 3, либо 5, была бы другая карта. Но вы сказали именно 4. Толчок. 8 крестик здесь. Все карты разные? Да. Хорошо. Смотрите, что происходит, когда восьмерка крестик попадает в колоду. Волшебный шелчок, некое движение. Откроем небольшую ленту.
спасибо за внимание. Веди любое трехзначное число. Умножь на любое четырехзначное число. Умножь на год своего рождения. Это для камеры. Ладно, не будем. Нажми равна. Смотри, выдал некое число, мы его скопируем. Зайдем сюда. Нажмем вставить. Нажмем на клавишу выдал. На громкую связь. Алло? Я вас прекрасно слышу. Отлично.